В 83-й серии вы узнаете о том, как Ольга решительно настроена рассказать правду о подмене дочери и взять всю вину на себя. Но Яна не дает матери этого сделать. Яна выступает перед журналистами и говорит, что это она подделала видео сестре. Ольга также рассказывает правду еще раз о подмене, но Яна делает так, что ее никто не верит. Мать Яны уходит в депрессию. Аня совершает ужасный поступок. Яна ненавидит ее еще больше.